Друзья, Павел Мартиненко, Florida Home Realty and Mortgage, ваш риэлтор во Флориде. Сегодня у меня вышла квартира на продажу. Цена 139 900. Это односпальная квартира. Здесь вот такая кухня, плита, макровейка, посудомоечная машина, стиралка, сушилка в одном флаконе и холодильник. Это кухня. Так, здесь люди ставят, это называется dining room, ставят стол со стульями, кухонный стол, много клозетов, туалет с ванной, спальня хорошего размера. Большой клозет. Квартира выходит, имеет дворик сзади. И также гостиная. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь 80 квадратных метров. Под кондиционером. Также веранда с сеткой и гостиная выходит прямо тоже на дворик. Здесь есть парковочные места. Сейчас покажу. Вот. Определенного места нет. То есть можете парковаться где угодно. Вот парковка. Могу рассказать историю этой квартиры. Значит, в 2006 году ее продали за 112 900. Потом случился кризис в Америке. И в 2013 продали ее всего за 25 тысяч. То есть в те времена, после 2008 года, обвал краха экономики в Америке, очень много людей пострадало. И квартиры, и дома можно было купить вообще за копейки. Потом в 2019 году мои клиенты купили этот дом, квартиру эту, за 60 тысяч. Вот. Ну, тоже неплохо в те годы, то есть 4 года назад. И сейчас она опять уже выставлена за 139 900. То есть за 4 года она поднялась больше, чем в 2 раза. И уже сегодня, за один день, уже было 4 покупателя, приходили и смотрели. Вот. Обслуживание этой квартиры $191 доллара в месяц. Здесь, конечно, включается, значит, многие вещи. Вода, канализация. Также включается обслуживание всего комплекса. Здесь есть бассейн, тренажерный зал. Так, что еще? Да. И еще включается страховка на все строения в этом комплексе. То есть это тоже большие деньги. Вот. Ну, 191 доллар – это небольшие для такой квартиры. Что еще могу сказать в этом комплексе? Да, первый этаж, все очень просто, обычно люди, там 1-2 человека на, ну, как бы достаточно покупают, либо пожилым родителям покупают такие квартиры. Вот, сдавать ее, если какие-то дополнительные вопросы, обращайтесь ко мне напрямую, мой телефон 1-904-859-5002. Ваш риэлтор во Флориде со стажем Павел Мартиненко. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео. Ну и шерите с друзьями. Квартира все-таки не такая дорогая, 139 900. Всего доброго. Спасибо за просмотр. До свидания.